Привет всем любителям градостроения. Подъехала очередная подборка градостроительных игр на ПК. Так что не будем тянуть и переходим непосредственно к играм. Но перед этим обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Dyson Sphere Program. Игровой проект, разработанный в жанре приключенческого симулятора, который отправляет нас на просторы открытого мира космоса. Игра обладает довольно незаурядной сюжетной линией, а также динамичным процессом, что точно порадует любителей жанра. Нам необходимо взять на себя исполнение роли главного героя, оказавшегося на неизвестной планете, которую мы будем постепенно покорять. Главная задача заключается в строительстве и расширении базы, выживании в сложных условиях и преодолении множества преград. Отправляйся на изучение окружения, уделяя особое внимание даже самым непримечательным локациям, ведь именно там можно найти массу полезного и интересного. Система ресурсов довольно богата, но игроку нужно научиться ей правильно пользоваться, чтобы не повести множественных потерь. Строительство базы происходит в несколько этапов, и для этого нам нужно продумать стратегический план действия, чтобы не совершать ошибок и достичь поставленной цели как можно быстрее. Атмосфера отлично проработана, чего удалось добиться с помощью динамики, увлекательного геймплея, звуковых эффектов, а также продуманной графики. Kingdoms Reborn. Увлекательный градостроительный симулятор, который включает в себя массу возможностей для игрока, а также открытый мир для покорения. Особенностью игрового процесса стоит сразу отметить наличие мультиплеера, который позволяет отлично провести время в компании друзей и с игроками со всего мира. Тебе нужно взять на себя исполнение роли главного героя, предводителя народа, который постарается основать и тщательно развивать свое собственное поселение на просторах безжизненной пустыни. Задача не из легких, ведь на твои плечи ложится ответственность за каждый аспект деятельности. Отправляйся на исследование окружения, добывать ценные ресурсы и полезные предметы, которые в будущем нужно будет научиться правильно распоряжаться, дабы не понести никаких потерь. По мере прохождения твое творение будет постоянно развиваться, открывать новые технологии и находить способы взаимосвязи с другими, более могущественными государствами. Преград на пути более чем достаточно, а также не обойдется без предательств и заговоров, поэтому будь всегда начеку. Врагов также немало, и каждый из них готов пойти на все, чтобы тебя уничтожить, чего ты не должен допустить, возводя самое могущественное и непобедимое государство в мире. Endzone: A World Apart. Увлекательная и максимально динамичная игра на выживание, где на твои плечи ложится огромная ответственность, а добиться успеха в миссии будет очень сложно. События отправляют тебя прямиком в 2021 год и знакомят с кровожадными террористами, которые намерены взорвать все существующие в мире электростанции, тем самым уничтожить все вокруг. Им успешно удается воплотить коварный план. Теперь повсюду творится самый настоящий хаос и безумие. Начали происходить войны, а человечество стало стремительно погибать. Лишь немногим удалось скрыться в подземных бункерах на сотню лет. А теперь нынешнее человечество приняло решение выбраться на поверхность, чтобы восстановить жизнь. Обстановка не самая приятная, ведь климат переменился, а погода стала максимально непредсказуемой. Дожди стали токсичными, а различные катаклизмы стали происходить намного чаще. Ты сыграешь роль одного из выживших, который станет во главе будущего города на поверхности, взяв под контроль все аспекты его деятельности и развития. Задача не из легких, но подключив логику, смекалку и стратегическое мышление, ты добьешься успеха. Surviving the Aftermath. Игровой проект, исполненный в жанре градостроительного симулятора, в котором ты примешься за создание поначалу небольшого поселения, которое затем превратится в многофункциональную колонию. Сюжетная линия поведает тебе об апокалипсисе, который случился до недавнего времени и понес за собой самые страшные последствия. Человечество было уничтожено, но все же остались те, кому удалось сохранить жизнь. Одним из таких выживших ты и сыграешь, стараясь справиться с ужасными условиями существования любыми доступными способами. После апокалипсиса вокруг осталась лишь разруха, и мало того, стремительно стал распространяться жуткий вирус, сражающих людей наповал. Несмотря на все это, у человечества еще остается малейший шанс на спасение, и именно поэтому на тебя возлагается огромная ответственность. Из особенностей стоит отметить огромный и открытый мир для исследования, который необходимо тщательно изучить для успеха в своем непростом деле. Ты займешься не только строительством колонии, но и возьмешь под контроль все аспекты его деятельности, правильно распределяя обязанности и обеспечивая жителям полную безопасность. Иксион – игровой проект, разработанный в стратегическом жанре, где нам предстоит отыскать новое убежище для жителей погибающей планеты Земля. В своем распоряжении космическая станция, а ты ее управленец, а поэтому все аспекты деятельности, развития и безопасности ее обитателей ложатся на твои плечи. Твоя главная цель – сохранить станцию в целости и сохранности, а это значит, что ты будешь добывать ресурсы, изучая множественные локации, а также сделаешь все возможное для полного комфорта и безопасности ее обитателей. Игра предлагает массу вариантов развития событий, а поэтому тебе необходимо подключить свои навыки тактического мышления, смекалку и хитрость. Важно продумывать каждый шаг и не забывать развивать профессиональные навыки, что увеличит шансы на успех. Графика проработана на отлично и позволит каждому погрузиться в череду захватывающих приключений с головой. The Wandering Village – приключенческая стратегическая игра, где действие происходит в режиме реального времени, а мир подготовил для тебя немало преград и опасностей.
Исполни роль главного героя, которому предстоит бороться за собственную жизнь в непредсказуемом мире. Сюжетная линия расскажет о внезапном возникновении ядовитых спор, которые понесли с собой стремительное уничтожение всего живого. Главному герою посчастливилось выжить, и теперь необходимо приспособиться к новым условиям существования. Отныне человечество обрело новый дом на спине гигантского создания по имени Обну, который теперь необходимо всячески обустроить и обезопасить. Отправляйся на исследование локаций, добывай ценные ресурсы и полезные предметы, проходи испытания и справляйся с трудностями, которые дадут доступ к новым возможностям. Игра имеет интересную идею, высокую динамику и разнообразие, поэтому скучать у нас просто не будет времени. Графическое исполнение также порадует своей необычной рисовкой и сказочной атмосферой. Agents the Storm – стратегический симулятор с элементами жанра рогалик, где нам предстоит заняться строительством и расширением собственного города. События отправляют нас в необычный мир, где на протяжении всего времени идет дождь, и эту способность нужно будет учитывать при возведении города. Некогда на этой планете существовала давно забытая цивилизация, которая оставила после себя множество интересного и необычного. Отправляйся на исследование окружающих локаций, изучай руины и добывай нужные ресурсы, которые пригодятся для успешного завершения миссий. По мере прохождения старайся всегда развивать свои профессиональные навыки, а также не забывай продумывать действия наперед, дабы не совершить ошибок. Выстраивай здания, расширяй пространство, адаптируйся к тем или иным условиям окружающей среды, и тогда ты точно сумеешь создать процветающий, многофункциональный, безопасный, а главное комфортный город для жизни. Land of the Vikings. Яркая и довольно реалистичная игра, исполненная в стратегическом жанре. События отправляют нас на просторы мира прошлого, а именно в средневековую Скандинавию, где мы возглавим небольшое поселение и постараемся привести его к процветанию. На твои плечи ложатся все аспекты деятельности города, а поэтому важно постоянно развивать свои профессиональные навыки. Предстоит грамотно распоряжаться ресурсами, развивать инфраструктуру, прислушиваться к пожеланиям горожан, сооружать различные постройки и контролировать экономику. Постепенно ты будешь набираться опыта и сумеешь развить свой город до крупных масштабов. И даже появится возможность сделать его центром торговли между соседними странами. Игровой процесс максимально увлекателен и разнообразен, но вдобавок к нему присоединяется отличная современная графика, исполненная в классическом, присущем жанру стиле. Industries of Titan – приключенческий игровой проект в жанре симулятора, который окунет тебя в красочный мир и столкнет с непредсказуемыми событиями. Здесь тебе предстоит исполнить роль главного героя, настоящего планировщика и строителя города. События игры отправляют тебя прямиком в огромное космическое пространство, а именно над одним из многочисленных спутников Сатурна. Твоя миссия – построить процветающую и могущественную цивилизацию, контролируя каждый аспект ее деятельности. Задача не из легких, но при правильном подходе и совершенствовании профессиональных навыков ты точно добьешься успеха. Экономика, производство, инфраструктура и внедрение новых технологий – все это ты берешь под свой контроль. И любая допущенная ошибка может привести к необратимым последствиям. Прояви свою фантазию и воплоти ее в жизнь, создавая совершенно уникальный и прекрасный город. Стоит не забывать о своих работниках и их потребностях, чтобы каждый мог вкладываться на полную. А для этого у них должен быть необходимый запас энергии. Удели внимание и армии, ее вооружению и готовности к любому вторжению сторонников вражеской силы. Forest Frontier – игра, разработанная в жанре градостроительной стратегии с элементами песочности, где все действия будут происходить в режиме реального времени. Мы отправимся на просторы мира Средневековья, где примемся за создание поселения, безопасного и комфортного для жизни. Планы будут входить в строительство мощной крепости, которая и станет основной для отражения атак врага. Изучи местность и принимайся за дело, возводя новые дома, обустраивая инфраструктуру, а также контролируя экономику. Важно прислушиваться к пожеланиям жителей, ведь если им будет комфортно, то население будет стремительно возрастать. Особенностью игры является то, что с каждым новым началом мир и его жители будут генерироваться совершенно случайным образом, что сделает прохождение более интересным и непредсказуемым. Игровая механика наделена широким выбором действий, которыми ты можешь воспользоваться, чтобы успешно достичь поставленной цели. Визуальное исполнение хорошо продумано и позволит тебе в полной мере ощутить себя в роли управленца. Думаю, что данная подборка вам зашла, и вы обязательно выберете для себя что-то из этой подборки, а также поделитесь с ней своими друзьями. Спасибо за просмотр и всего хорошего!